Совсем недавно был день космонавтики, поэтому просто невозможно не вспомнить о том, что уже давно ведутся разговоры про колонизацию Марса. Получится ли задуманное и почему казанцы не будут в числе колонизаторов, сегодня узнаем. Почему вы не окажетесь в числе колонизаторов Марса? Я геолог. Потому что это дорогое удовольствие. Будет просто лень. Где такой глобальный движ? Сердце не позволит. Могу оказаться вполне, почему бы и да. Не знаю. Билетов не хватило. Не знаю. Я бедный. У меня денег нет на Марс. Наверное, дорого будет. Душа туда не лежит. Наверное, не судьба. Не знаю. Потому что мне страшно. Потому что мне больше всего Земля нравится. Потому что, мне кажется, вкладывать такие деньги, чтобы там же нет воздуха, чтобы колонизировать Марс, надо построить массу всяких сооружений, где кислород будет, чтобы люди могли там находиться. Кто вам сказал, что я не окажусь в числе? А с чего вы взяли, что я не окажусь? Я не уверен в этом. Возможно, что я окажусь. Ну что ж, сегодня мы узнали, что казанцы уверены в себе и готовы завоевывать даже Марс. Ну что, поехали? А это был соцвопрос с Ильей Гизатова, Алия Кульбарисова. Всем пока!